В рамках реализации федеральной программы формирования комфортной городской среды проведена полная реконструкция парка в микрорайоне Московский города Худжигуты. Хуже, что уже сделано, а что в перспективе, чем довольны, какие пожелания у жителей микрорайона, узнавала наша съемочная группа. Продолжит Альбина Курочинова-Кенжева. Парк общей площадью 1300 квадратных метров существовал более 40 лет, с момента основания тепличного комбината «Южный». Это излюбленное место бабушек и дедушек, озорных ребятишек. На Новый год тут устанавливают на протяжении почти полвека пушистую ель и водят дружные хороводы. Но за эти годы парку необходима была реконструкция. В рамках госпрограммы здесь установлены детские игровые площадки с резиновым покрытием, спортивное ядро, лавочки, столбы освещения, урны. Обновлена тротуарная плитка, облагорожена пешеходные дорожки. Будет продолжена реконструкция здесь, ну, не самого парка, уже, а вокруг будет асфальтированные подъездные пути, чтобы было как бы более комфортно жителям. Неплохо у нас с озеленением. Мы постарались при реконструкции трогать по минимуму деревья, которые здесь росли. Можете сами понять. Но там, где необходимо, конечно, будем еще подсаживать. Потихоньку реконструировать дворовые территории, благоустраивать. Также общественные территории планируется продолжать. Жители Московского рады благоустройству парка, ведь это дополнительное комфортное место для общения старшего поколения, игр с детьми, занятия спортом. Тут уже лет 10, наверное. И этот парк был старым, конечно. Тут мало было и качель, мало было и вот этих скамеек. А сейчас сделали очень хорошо. Я прихожу сюда со своими внуками, и мои правнуки, которые в Джигуте живут, тоже приходят. Они маленькие, правда, но мы с ними тут гуляем. Нам очень нравится. Но если бы еще вон там тот парк немножко вот сделали, добавили туда, было бы очень хорошо. Также у жителей огромная просьба к обслуживающей компании «Комфорт» содержать в порядке и чистоте парки и весь микрорайон. Загажено, неделями не убирается. Вот эту территорию всю мы сами убираем, пакетами выходим. И Я бы хотела просто, чтобы обратили внимание, мы же тоже в республике этой живем. Не только центр там, Черкесск-Драй, здесь тоже люди, тут тоже дети растут, чтобы как-то обратили внимание. Мы обратились в обслуживающую компанию, но в комментариях «Комфорт» нам отказал, сославшись, что администрация не на месте. Были пожелания также от старшего поколения к молодому быть аккуратными, содержать в чистоте место отдыха, не засорять, не портить имущество парка. И живу здесь 40, наверное, больше лет. И хочу сказать, были времена застоя, но не только в нашей Джигуте, не только в нашем микрорайоне, во всей России. Но в последнее время, хочу сказать, администрации Уджигутинского городского муниципального образования очень много делается. Делается много. И ремонты начались в подъездах. Особенно вот большое спасибо, конечно, им за парки. Не было этого. Один парк сделали. Ну, не сказать, что там тот парк. Этот парк намного лучше, просто немножечко тесновато. Но ничего. Но минус нашему населению. Хочу сказать, ничего им делать не надо, нашему населению. Почему? Все ломают, за детьми не смотрят. В администрации города говорят, все пожелания жителей будут рассмотрены. Они смело могут обращаться в муниципалитет, так как основное требование госпрограммы – быть на связи с населением и учитывать их пожелания. Альбина Курочинова-Кенжева, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Московский.